Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, Владыка. Добрый день. С 10 по 14 октября в Ульяновске будет пребывать Федоровская икона Божьей Матери. В ней очень интересная история. Владыка, расскажите, пожалуйста, эту историю. Это одна из древних святынь русской земли, которая первоначально была явлена в городе, такой небольшой город Городец Нижегородской области. И она находилась там, а потом исчезла, когда в 1239 году монголы сожгли Городец, и икона эта пропала. Брат Александра Невского, Василий Костромской, вскоре во время охоты, преследуя на охоте зверя, увидел эту икону на ветвях дерева. Икона эта была снята, помещена в один из костромских монастырей, и с тех пор находится там, являясь такой очень почитаемой святыней. Икона связана очень тесно с русской историей, точнее, с домом Романовых. Вот все, наверное, знают такую оперу «Иван Сусанин». Там рассказывается о том, как поляки, отряд поляков из Москвы отправился в Костромские пределы для того, чтобы найти скрывавшегося там будущего царя Михаила Федоровича Романова. Царя не выбирали тогда. Просто Земской собор русский, когда собрался для того, чтобы исследовать, не выбирать, а исследовать, кто ближе всего из боярских родов к исчезнувшему царскому роду, оказалось, что ближе всего Романовы и ближе всего вот отрок Михаил, совсем еще мальчик. И вот, когда об этом стало известно, поляки решили, так сказать, эту ситуацию пресечь на корню, отправили за этим мальчиком, отправили целый воинский отряд. Мальчик со своей мамой, это инокиня, боярыня инокиня Марфа, находились как раз в Ипатьевском монастыре, где была Федоровская икона Божьей Матери. Недалеко от Костромы. Сейчас это уже в черте города, раньше это был пригород. И вот именно для того, чтобы поляки не прошли в этот монастырь, Иван Сусанин завел их в густые дебри, болота, где они все погибли. А в монастырь пришла делегация Земского собора, который избрал для того, чтобы приглашать и юного Михаила Федоровича на царство. Надо сказать, что очень интересная сцена разыгралась. Там я очень люблю эту сцену приводить в пример, когда говорю о разнице между отношением к власти в те далекие времена и в наше время. Мы сейчас, как мы уже сами говорили, люди к власти стремятся, люди власть добывают, люди за власть борются, соревнуются и так далее. А вот когда делегаты собора пришли в Ипатьевский монастырь для того, чтобы провозгласить юного отрока царем, его мать, инокиня Марфа, не просто их не пустила, она начала их гнать из монастыря. Но народу там было много, она ничего не смогла с этим сделать, и на все уговоры отвечала только одно. Она была на втором этаже братского корпуса, она до сих пор стоит, этот корпус. И собравшимся внизу депутатам собора в ответ на их разговоры отвечала только одно: «Уйдите отсюда, изверги окаянные, не дам вам моего Мишеньку на мучение». Мучение означало, да? «Не дам вам моего Мишеньку на мучение». Это такая очень интересная сцена, вот с чего началось правление династии Романовых. Но после долгих уговоров, после долгих, так сказать, увещеваний, убеждений, она упала на колени перед иконой Божьей Матери Федоровской и сказала: «Царица Небесная, я тебе вручаю моего сына, сама заступай его и сама помогай ему». И Михаил Федорович был провозглашен царем московским, и так началось правление династии Романовых. И вот икона эта с тех пор стала семейной
иконой царствующего дома Романовых. Именно в честь этой иконы иностранные, в основном немецкие принцессы, которые выходили замуж за наследников престола, получали отчество Федоровна, Мария Федоровна, Александра Федоровна. Ах, вот откуда. Да, в честь именно Федоровской иконы Божьей Матери. И удивительно, совершенно чудесное такое вот дело, что в советские годы, когда многие чудотворные иконы были помещены в музеи, Федоровская икона все-таки была в действующем храме в Костроме. В одном из двух действующих храмов она оставалась. И несколько раз ее пытались забрать, даже были такие уже приняты решения, вот, но как-то вот не складывалось все это время. И икона дожила до перестройки, будучи не музейным экспонатом, а почитаемой святыней, какой она является и сейчас. Перед ней молятся многие люди, поскольку она такая вот, она семейная икона, то как-то вот сложилось так, что молятся очень многие люди, которые просят семейного счастья, благополучия, особенно рождения детей. Записано множество чудес, когда бездетные пары молились перед ней, и потом через какое-то время Господь им даровал деток. Вот это такая вот особенность почитания этой иконы Божьей Матери. Владыка, как вообще относиться к перенесению святынь из одного города в другой? Ну, относиться надо очень хорошо. Я, например, очень хорошо отношусь, потому что это возможность для многих людей, для которых сложно вот сейчас вот сесть и поехать, да, в другой город, тем более. Ну, ладно, Кострома еще не так далеко, а есть и гораздо дальше какие-то святыни. Да. Вот, я думаю, что это очень хорошо, это такое вот, такая милость Божия и возможность человеку соприкоснуться с миром святости. Это всегда очень как-то воодушевляюще действует на людей. Многие люди приходят, они ощущают и благодать Божию. Я много раз был свидетелем того, что люди буквально преображались. Вот, казалось бы, ну, принесли святыню, да, ну и что такого. Да, в очереди постояли, иногда на морозе даже бывало такое. Вот, но и впечатление, и ощущение вот такой близости к святыне, святости, оно остается у человека порой на всю жизнь. Я знаю многих людей, которых это событие просто перевернуло. Многих людей, которые из любопытства, придя посмотреть, а что это там, они стоят в очереди, что там такое, потом остались после этого в церкви. Да. Это трудно описать словами, но это надо почувствовать. Встречать и молиться. Где будет находиться икона? В Вознесенском соборе здесь у нас. Со скольки до скольки уже установлено расписание? Ну, когда можно прийти? Будет как минимум в то время, когда открыт собор. А если будет необходимость, то хоть круглые сутки. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители.25 сентября в Духовно-патриотическом центре «Арское» в 13-й раз прошел областной праздник «Учителя в гостях у батюшки». В гости здесь каждый год ждут педагогов и воспитателей, неравнодушных к своему делу. Каждый из них видит задачу образовательного процесса не только в том, чтобы дать детям необходимые знания, но и чтобы приобщить их к духовной культуре и нравственным ценностям. Ежегодно я принимаю участие в этом мероприятии, и у меня сегодня 10 учителей приехали вместе со мной. Мы принимаем активное участие в конкурсе «Доброта спасет мир» и очень рады содружеству с арскими храмами, потому что это нам помогает в воспитании наших ребятишек. И все начинается со школьного порога. Вот это мероприятие проходит накануне Дня Учителя, а это так важно. Значит, мы действительно не урокодатели, мы учителя, мы воспитатели. В храме Богоявления Господня был совершен молебен на начало всякого благого дела. Молебное пение возглавил митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин. Торжественная часть мероприятия состоялась в актовом зале. Митрополит Лонгин обратился к присутствующим с приветственным словом и поблагодарил учителей за их нелегкий труд. Учитель – это одна из важнейших для нашего общества профессий, которая требует от человека высоких профессиональных и человеческих качеств, высокой самоотдачи, подлинной жертвенности, приложения всех душевных и духовных сил. Труд учителя можно назвать служением
в полном смысле этого слова. Управляющий епархией вручил архиерейские грамоты за труды в области духовно-нравственного воспитания учащихся педагогам Ульяновска. Затем с приветственным словом обратился директор областного государственного автономного учреждения Институт развития и образования Сергей Андреев. Он пожелал учителям успехов в профессиональной деятельности и вручил грамоты Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области за участие в конкурсных мероприятиях по духовно-нравственному воспитанию молодежи. Действительно, стал доброй традицией уже в преддверии Дня Учителя встречаться здесь, на территории Арских храмов. Эта площадка в эти дни, да и не только, превращается в уникальную дискуссионную, по-доброму дискуссионную площадку, где мы обмениваемся теми наработками, которые накопили в течение года. Мы чествуем учителей, которые в течение предшествующего учебного года показали высокие результаты по духовно-нравственному воспитанию. В завершении праздничной программы состоялось выступление хореографического ансамбля «Лазурит» под руководством Виктории Тябиной. На прихрамовой территории для гостей праздника была организована трапеза. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Добрый день, дорогие братья и сестры. В Евангелии от Матфея написано такие строки: «Не суди, да не судим будеши, ибо каким судом судишь, таким и будешь осужден». Святой Иоанн Златоуст, пытаясь понять эти слова Христа, восклицает: «Ну что же теперь? Не должно никакого обвинения произносить на согрешающего?» Чтобы разобраться с этим вопросом, мы вновь должны взглянуть в Библию. В книге «Царств» описывается, как пророк Илия осудил праведным судом лжепророков. В 4 книге «Царств» описывается, как пророк Елисей осудил Гиезия за взятие денег и наказал его проказой. Иоанн Златоуст говорит, что есть праведный суд, который мы обязаны совершать, и есть суд, который творили книжники и фарисеи, когда они судили друг друга и не исправляли сами себя. Когда убийцу судили по закону, а сами убивали пророков, когда сами, будучи исполнены недостоинств, страстей, грехов и неправды, осуждали тех, кто находился рядом с ними, за более мелкие проступки. И вот апостол Павел в первом послании к Тимофею пишет: «Согрешающего обличай пред всеми». Это накладывает на нас нравственное обязательство – быть самим совершенным, как Отец нас совершенен есть. Святой Иоанн Златоуст по поводу осуждения пишет: «Должно не корить, не поносить, но вразумлять, не обвинять, но советовать, не с гордостью нападать, но с любовью исправлять человека». Итак, братья и сестры, все строгости церковной жизни, все строгости нравственного закона мы призваны обратить к самому себе для того, чтобы стать примером. В духовной жизни есть закон, что чистому сердцу все чисто, если мы избавляемся от своих страстей, вокруг нас мир наполняется любовью, и мы становимся первоисточником этого благородного, высокого чувства, которое уходит к самому Христу. Аминь.